Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 97, страница 54. Учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Игра «Кто больше?». Рассмотрите рисунок и запишите. Как можно больше глаголов, которые называют действия собаки, действия кошки. Слова действия, то есть глаголы, отвечают на вопрос, что делает. Собака бежит, лает, скулит, прыгает, несется, нападает. Кошка ест, лакает, шипит, царапается, мяукает, пугается. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.